С 19 декабря в гранд-отеле «Жемчужина» начинает свою работу выставка-продажа рыбной продукции. Представлен исключительно свежий улов. Более 35 видов рыб, в том числе белорыбица, нерка, чавыча, кижуч, палтус. Даже требовательных гурманов восхитит отменный вкус этих деликатесов. Такая рыба содержит незаменимые микроэлементы – полинасыщенные жирные кислоты, омега-3. Представлена будет рыба горячего и холодного копчения, а также свежайшая красная икра. Выставка-продажа будет работать с 19 по 22 декабря в гранд-отеле «Жемчужина». Павильон «Икра и рыба Камчатская».